Прогуливать больше не получится. В Югре родители школьников смогут отслеживать посещаемость занятий через мобильное приложение «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте Департамента информационных технологий и цифрового развития Югры. Узнать об отсутствии ребенка в школе можно, подключив уведомления на смартфоне. И это не единственное нововведение регионального портала. Проверить успеваемость своего чада теперь можно в удобное время в любом месте. Нужно лишь нажать на кнопку «Электронный дневник». При проверке можно увидеть средние оценки по каждому предмету, рейтинг в классе, индивидуальный рост в виде графика и долги по предметам. Теперь родители всегда будут в курсе. Полученные отметки в школе будут приходить на электронную почту. Наши корреспонденты выяснили мнение сургутян о пользе обновленного сервиса. Потому что нужно все знать про своего ребенка. Ты же не знаешь, дома сидишь и не знаешь, вышел он со школы или не вышел. А дальше тоже надо звонить и спрашивать, куда он пошел, где он бывает. Потому что я хочу знать, посещает ли мой ребенок школу, не пропускает ли занятия, не сбегает ли с уроков. Для этого и надо, чтобы я была в курсе, и с ребенком можно было поговорить по душам и найти общий вариант какой-то поведения. Ну, какая-то свобода должна быть у него, но контроль тоже должен быть, потому что ребенок есть ребенок. Зимой в приложении будет актуальна услуга «Актированные дни». Автоматические объявления об отмене занятий с учетом климатических условий в конкретном населенном пункте. Образовательная платформа упростит рабочий процесс и для педагогов. Они смогут отслеживать динамику по каждому ученику и классу в целом, анализировать успеваемость учащихся и их загруженность по домашним заданиям. Здесь же автоматически формируется сводная ведомость по качеству знаний. Сервисами могут пользоваться как родители, так и сами ученики, начиная с 14 лет.